территории Видновской школы номер 6 торжественно открыт новый школьный стадион. Строительство этого объекта осуществлялось в рамках программы «Школьный двор» за счет средств местного бюджета. На его территории обустроено футбольное поле с искусственным газоном 4-го поколения, комплекс для сдачи норм ГТО и занятий воркаутом, 4 беговые дорожки, прыжковая яма. На территории Московской области идет полным ходом операция «Теплотрасса». Вопрос теплоснабжения жилых домов – один из наиболее актуальных. Всего с начала проведения операции сотрудниками территориального отдела номер 25 Госанатехнадзора Московской области проверено более 20 объектов на территории городского поселения Видное и Ленинского муниципального района. Выявлено 25 нарушений. «24 октября музей-заповедник Горки Ленинские приглашает всех жителей и гостей Ленинского района принять участие в осеннем субботнике, а также посадке деревьев. Место сбора участников – научно-культурный центр музея. Начало в 10 часов». Видновская дирекция киносети, как оператор обязательных общедоступных телеканалов, сообщает, что в связи с изменениями в законе о связи с 25 октября будет производиться перенастройка телеканалов в определенной последовательности с 1 по 20 позицию, в связи с чем дирекция киносети рекомендует зрителям перенастроить свои приемники.